Дорогие мамы и папы, этот фильм создан специально для вас. Этот фильм о первых шагах в живописи ваших деток. Не бойтесь писать с ними, не бойтесь рисовать, ведь речь идет не о каких-то заумностях, нет. Ведь речь идет только лишь о первых шагах маленького человека в живописи. И, собственно, разговор идет не о живописи как о таковой, а разговор идет о развитии творчества. Просто подумайте, насколько вы снижаете свой рейтинг, отдавая маленького человечка какому-то дяде или тете, не можете объяснить ему самых элементарных вещей. Поверьте мне, пожалуйста, что человек, который к живописи имеет отдаленное понятие, ну и не умеющий рисовать, у этого человека гораздо больше общего с ребенком. Вот, вы попробуйте и посмотрите, как вам будет радостно создавать вместе с вашим малышом какие-то картинки. Отбросьте весь свой предыдущий опыт. Не стремитесь создавать шедевр. Не стремитесь к чему-то совершенному. Все, что вы будете делать с вашими детьми, уже будет совершенно. И вот тогда вы почувствуете, насколько ваши дети потянутся к вам, насколько станет ближе контакт между вами и вашими детьми. И это будет первым шагом, первым толчком ваших деточек к дальнейшей большой творческой жизни. И вы будете в этой жизни принимать самое непосредственное участие. Что касается материалов для живописи. Для первых шагов подойдет любой материал, какой вы можете себе позволить. Но если вы хотите заниматься масляной живописью, масляная живопись гораздо легче, чем вся остальная живопись, то все необходимые материалы вы можете просто найти у нас на сайте. Я просто не буду занимать ваше время. Обратитесь на сайт творимвместе.com, и вы найдете все сопутствующие материалы, которые вам необходимы для старта в живописи. Удачи вам, большое спасибо, хорошего просмотра. Ну вот смотри, вот как ты думаешь, какого цвета у нас фон? Бело-зеленоватого. Правильно. Давай мы смотрим. Возьмем с тобой какую? Беленькую, да? Краску. Какую зеленую мы еще будем брать? Покажи. Вот эту? Угу. Вот эту, да? Угу. Чуть-чуть сюда. Зеленоватый. Вот это. Да? Угу. Похож, правильно? Похож. Так, ну давай вот этой вот краской потихонечку вот так вот закрасим холстик. Давай мы с тобой чуть-чуть побольше красный. Чуть-чуть больше белого. Немножко водички. И еще чуть-чуть больше, чуть-чуть зеленого. Чтобы краски на холсте было много. Так. Смотри, вот у тебя, держи косточку. Вот у тебя краска, видишь, осталась. Да, смотри, мы ее об холстик испачкали. Можешь еще немножко беленького добавить. Раз, два, три, да? Еще зеленого. Давай.
добавляешь? А ничего, мы же еще потом будем смешивать. Там же не только один такой светленький цвет. Можно даже оставлять от кисточки вот эти по потеке. Еще вот всю кисточку вытираем и распределяем красочку. Еще немножко подберем. Да? И еще вот так. Давай вместе со мной чуть-чуть подальше ручки держать. Вот так. Раз. Вот эту зеленую, темную краску добавляем. Давай с тобой немножко подумаем. Смотри, кошечка у нас сидит в траве на лужайке. Трава у нас как растет? Вверх или вот так? Вверх. Вверх. Значит, мы и кисточку вот так вот вверх располагаем. Теперь посмотри внимательно на картинку. Смотри, с этой стороны у нас чуть-чуть больше темного. Да? Видно? А с этого меньше. Значит, не опускаем. И тут по такой траектории разрисовываем. И смотри, нету четкой линии вот здесь, да? Мы с тобой возьмем потом пальчик и эту линию сделаем нечеткую. И здесь, может быть, тоже нечеткую линию сделаем. А вот тут, где мы залезли сильно темным, мы кисточку вытрем. Подержи так немножко. Кисточку вытрем. Возьмем беленького. Возьмем просто зелененького. И чуть-чуть сюда положим вот этого светлого, а сюда еще чуть-чуть утемним вниз, вот здесь. И видишь, у нас получается такая косая траектория, да? Угу. Можем отложить кисточку и пальчиком потихонечку сделать размытенькие пятнышки. Попробуй. И тоже, как трава у нас растет вверх, и мы точно так же пальчиком размываем. Хорошо. Хорошо. Ну, наверное, хватит, да? Теперь смотрим дальше на картинку. Вот у нас кошечка, она какого цвета? Темно-коричневого. То есть основное она темная, да? И она большая на холсте. Угу. Правда? Да. Такое, как пятнышко большое. Вот мы сначала мордочку даже не будем у нее видеть, а просто увидим такое большое темное пятно. Коричневого цвета. Ну, это чистый коричневый цвет или там что-то еще присутствует в этом коричневом? Кажется, немного черного. Черного, а еще какого? Желтого. Давай мы попробуем. Возьмем коричневый сюда. Вот у нас лежит картинка. Мы сравним. Возьмем коричневый. Возьмем немножко желтенького. Сюда, потихонечку. Есть такой цвет? Есть. Есть. Но еще есть и более темный цвет, правильно? Есть такой? Угу. Берем еще раз коричневый. А в этом темном, наверное, присутствует больше красного. Давай попробуем. Есть такое? Угу. Правда? Вот. И берем теперь на эту же кисточку и аккуратненько ставим темные пятнышки. Темные там, где темно, да? И светлые там, где светло. Хорошо? Угу. Давай попробуем. На картинку немножко подсматривай. А можно сразу
не очерчивать край, потому что у нас, смотри, потом пальчики, смотри, как мы можем спокойненько ее посадить в травку, размыть сюда. Да? Давай, попробуем. Значит, сначала просто кисточкой, а потом пальчиком немножко создай мутные края уже. Тоже кошечка у нас, здесь попа у нее выше, а головка чуть-чуть ниже. Где-то вот здесь. Согласна? Давай, обращай на кожу внимание. Можно даже ее покрупнее, где-то вот сюда головка. То есть попу может быть даже повыше. Да, сделаем головочку. Чтобы она не маленькая была у нас. Ой, умничка. Теперь, вот у тебя головка у кошки, да? А у кошки еще грудка есть, правильно? Давай мы грудочку еще немножко туда краски положим. А грудочка светлее. Что нам нужно? Желтка вам нужно добавить, да? Сюда, да. Помешали. И туда. Светленькой краской. Хорошо. Теперь откладываем. Теперь смотрим. Вот тут у нас головка у кошки в этом месте. Да? Есть. Потом у кошки ножки есть? Покажи, где они у меня. Два. Смотри, одна ножка вот здесь где-то, да? А одна вот здесь. Так где-то? Попробуй пальчиком. И заднюю там можно тоже ножку поставить. У нее 4 лапки? Да. Изображено как-то три. Ну, одна там в траве далеко. Так. А можно не вот этот пальчик использовать, да? А вот этот. Или вот этот. Ну, в принципе, можно. И теперь смотри, мы потихонечку пальчиком края кошечки размываем и делаем ее такую туманненькую. Чтобы она была мутненькая-мутненькая. Вот посмотри, вот сюда на картинку. Видишь, все края у кошечки такие мутные-мутные, размытые. И попочка круглая, размытая. Есть такое? Угу. Пузико тоже размытое, где-то в траве такая толстая. Кошка у нас может быть. Попробуй. Хорошо, вот пальчик у тебя замазался. Берешь тряпочку, вытираешь и дальше. Немного побольше. Давай сделаем грудку побольше, конечно, давай. А может даже пальчиком. Сюда, смотри. Красочка растягивает. Видишь? Нам не нужно даже, чтобы она такая четкая была. Просто пальчиком подтяни, красочка. Сильно не дави. На холстик. Так еле-еле. Еле-еле. Смотри, видишь, красочка сама сюда уходит. Да? Хорошо. Теперь, у кошки ушки есть? Есть. Покажи, где ушки у кошки. Ушки, да. А второе? Ой, хорошо. Теперь, смотри, головка у кошки темненькая, правильно? Угу. То есть темнее, чем грудка. Видим? Головка у кошки темнее, чем грудка. Значит, просто на пальчик берем краски и чуть-чуть сюда. Мы же ушко нарисовали уже, правильно? И чуть-чуть сюда делаем темнее головку. Попробуем. У нее темненькая часть. Вот уже сильно пальчиком не дави, просто красочку туда. Умничка. Умничка. Хорошо, теперь смотри. А серединка ушки у нас светлее, да? Какую надо краску взять? Немного розоватую. Правильно. Значит, смотри, тоже пальчиком берем беленькую.
Да? Берем чуть-чуть красненькой. И получаем, и немножко того цвета, который у нас был раньше. И получаем, смотри, розоватенькое. Розоватенькое? Есть. Берем на пальчик и сюда мягенько розоватое ушко. Красиво? Попробуй. А пальчик вытирать кто будет? Молодец, давай. Так, а второе ушко у нас отличается по цвету? Это розоватое, а это какое? А вон немного зеленоватое. Зеленоватое. Тоже берем беленький, так чтобы нам было видно. Сюда. Берем немножко вот этого зеленоватенького. Да? Угу. И немножко того цвета, который там был. Ну, какого цвета сама кошечка. Да? Такой зеленоватенький. Угу. Берем на пальчичек. Только смотри, сейчас этот пальчик у нас будет большой. То есть он большой будет. Попробуем маленьким пальчиком. Берем и маленьким пальчиком ставим вот это зеленоватое ушко. Попробуй. Смотрим картиночку. А попробуй мизинчиком. Этот пальчик вытри, а мизинчиком попробуй. Мизинчиком забираем. Ага. Ой, молодец. Да? Похоже? Похоже. А теперь у этого есть еще бровка. У кошечки над глазиком вот здесь, да? Она еще чуть-чуть светлее. Что нам нужно добавить еще? Беленькое. Взяли и сюда над бровочкой чуть-чуть светленько поставили. Попробуй. Мизинчика. А нет, смотри, вот в эту сторону у нас бровка растет. Не в эту, посмотри. Не в эту сторону, да? А в эту сторону бровка растет у кошечки. А тут глаз. Правильно? Mm-hmm. Давай поправь себя. Возьми. Внимательно. В какую сторону есть дырочка? Mm-hmm. Нет. Вот сюда вниз. Вниз выпуклая часть. Вот так. Отлично. Молодец. Хорошо. Теперь у кошечки что у нас есть? Глаз. Есть глазик? Какого цвета? Зеленый. Зеленый. Берем беленький, берем зелененький, мешаем сюда. И покажи мне пальчиком, где у нее глазик. Да? Угу. Ну такой большой разве? Смотри, какое расстояние от ушка, да, до глазика. Да, может быть чуть-чуть ниже. Вот такой большой. Лупоглазый. А давай мы. Будем потихонечку пробовать. Сначала поставим точечку, а потом, если надо, мы эту точечку чуть-чуть расширим. Хорошо? Угу. Попробуешь сама? Я сотру, а ты сама попробуешь, да? Попробуй. Точечку сначала поставь. Молодец. И теперь аккуратненько эту точечку. О, ну такой же где-то глазик, да? Какой? И пока забыли про глазик. Теперь у кошечки есть носик. Mm-hmm. Есть? Какого цвета носик? Розовый. Розовый. Мы уже розовый мешали, да? Mm-hmm. Берем беленький. Какой еще? Красный. Красненький. И ставим носик. Покажи, где носик. Mm-hmm. Вот тут. И поступаем так, как поступали с глазиком. Сначала ставим точечку, да, а потом эту точечку немножко разводим в сторону. Папа, поставь точечку. Молодец. И теперь чуть-чуть можно, чуть-чуть в эту сторону носик, чуть-чуть в эту. Да? Да. И пока забыли. Теперь от носика у нас, что идет от этого? Нижняя часть, да? Нижняя часть головы. Какого цвета? Белого. Ну там что-то еще присутствует, какой-то цвет, кроме белого. Зеленый. Зеленый. Вот смотри, если у нас есть сомнения, мы себе, смотрю, беленький цвет сюда взяли, вот так раз положили. Он же, правда, не беленький. Правда? Да. А чуть-чуть зеленоватый. Чуть-чуть светлее, чем глазик. Правильно? Правильно. Давай, намешали. Чуть-чуть светлее. Прям сюда же. Видишь, у нас был глазик темный, а здесь чуть-чуть светлее. И от носика у нас эта линия идет. Правильно?
вот сюда, раз, вот сюда. Мягенько пальчиком. Я сейчас сотру, ты сделаешь, хорошо? Угу. Да? Где-то в эту сторону? Да. Давай, выбирай. Делаешь ты. Видите, цветик. Так. Еще чуть-чуть. Молодец. Хорошо. Теперь у нас на носике у нас светлое пятнышко у кошечки. Есть такое? Да. Берем светлое пятнышко и вот сюда ставим. Прямо на носик. Хорошо? Да. Давай, сама. Да. Ну как ты думаешь, это подходит? Да. Хорошо. Умничка, вытирай пальчики. Вот мы расставили такие основные пятнышки. Теперь берем кисть. Давай с тобой рассматривать, рассуждать дальше. Значит, возле глазика у нас темное местечко есть. Есть такое? Да. Да. Какого там цвета? Немного черного. Ну а черный это какой у нас будет? Коричневый и? Красный. Да. Темный такой. Даже в пользу коричневого. Но красный там есть. Попробовали. Подходит такой нам цвет? Да. Подходит. И аккуратненько кисточкой обрисовали глазик. Да? И вот сюда темное пятнышко, которое вот с носиком, носик отделяет. Есть такое? Да. Держи, сделаешь сама. Давай. А темное пятнышко вниз немножко опустилось или нет? Ну-ка, посмотри. Давай, поправь. Хорошо. Хорошо. А теперь смотри, вокруг глазика у нас же тоже есть темное пятнышко. Давай, аккуратненько проведем вокруг глазика. Теперь смотри, у нас немножко маленький глазик стал, да, по сравнению с тем, что было. Мы берем, вытираем кисточку, да, берем цвет глазика и чуть-чуть дорисовываем вот эту круглость глазика у кошечки. Да, аккуратненько, на, попробуй. Я уберу, а ты попробуешь. Да. Да. Хорошо. Можно даже еще чуть-чуть круглее. Давай. Еще можно чуть-чуть круглее сделать. Да? Угу. И вернем назад туда темненькое, которое я пальчиком стер. Вернем? Угу. Вот сюда, да? Темненькое. Хорошо. А теперь смотри. У глазика, у кошечки какой зрачок? Вертикальный или горизонтальный? Вертикальный. Вертикальный, вот так, да? Угу. Ну, давай, поставим еще кошечки. Ой, молодец. Смотри, ну у нее и второй глазик немножко видно. Вот у нее вот эта бровочка, которую мы нарисовали, да? Угу. И тут глазик. Он там чуть-чуть виден, вот так. И носит сюда. Да? Угу. На, попробуй. У нас на кого бабочка будет смотреть? На стрекозу? А, это не, мышка. Кошка на стрекозу будет смотреть или бабочку нарисует? На стрекозу. Стрекозу будет? Угу. Да?
Хорошо. Теперь смотри, вторая часть мордочки у нас тоже светленькая, которая туда. Угу. Да, чуть-чуть. Берем светленький цветик и сюда, вот эту мордочку аккуратненько ставим. Она у нас, смотри, почти не отличается вот сейчас от этого цвета. Вот этот цвет от этого почти не отличается. Да? Значит, да. Что нам нужно сделать? Провести линию. Правильно. Вот здесь темнее мы сделаем или светлее вот с этой стороны? Немного темнее. Темнее. Берем темненький. А темненький, мы договорились, у нас какой? Коричневый и красный. И красный. И сюда вот эту темненькую линию. Аккуратненько. Да? Смотри, как у нас сразу кошечка появляется. Попробуй. Только подсматриваем немножко. Белая зеленоватая линия, тут почти стерлась. Ну ничего, мы потом еще ее поправим. Нам все самое главное. Смотри, просто отделить эту часть от этой. Но вот это вот пятно, судя по картинке, оно больше? Где-то больше. Вот так вот. Ну давай мы его больше сделаем. А потом пятна на кошку поставим. Да, куда пегу ее сделаем. Давай. Попробуем. Да. Правильно, туда вот правильно. Ну вот что у нас. А давай мы теперь вводим с тобой ручки. Смотри, вот у нас... Держи, держи кисточек. Вводим себе. Держи. Как тебе удобно? Уходи чуть ниже к полсу. Смотри, вот у нас мордочка, она, наверное, чуть-чуть вот сюда идет. Правильно? Вот, и вот так. А тут усы потом будут. И вот так вот, чуть-чуть темненько. Есть такое? А теперь смотри, какая у нас такая линия сильно некрасивая получилась. Мы вот берем пальчик и как раз эту линию делаем такой мягенький. И кошечка такая сразу из злой будет немножко симпатичной превращать. Да? Вот тут чуть-чуть светленького добавить под глазиком. Ушко еще высветлим немножко, серединку, да? Вот. Вытираем кисточку. Молодец. И мы с тобой определили, что ушко у нас какого цвета внутри? Розового. Берем розовый цвет туда и серединку. Может еще вот здесь ушко затемним с этой стороны, теневой части, где у нее челочка. Да, смотри, какая она темная здесь. Да? Давай еще затемним. Давай мы теперь для того, чтобы получить более темный цвет, возьмем коричневый и синий. И синий. Смотри, как у нас получился темный цвет. Почти черный, как кошечка. И сюда ее. Даже темный. Да? Попробуй. Хорошо. А второе ушко у нас темненькое? Да. Давай. Заострение. Есть такое? А смотри теперь, какой у нас плавный переход между этим темным и вот этим светло-темным.
Да? Какой там цвет присутствует еще, как ты думаешь? Белый. Белый. Вот сюда. Намешали, подцепили немножко. И мы на палитре видим. Смотри, вот у нас темный цвет, а вот у нас мы немножко сюда белого, и он стал как бы голубее чуть-чуть. Такой как седоватый. Есть такое? Да. Попробуем. Сюда. Подходит нам? Да. Подходит, давай. Умничка. Давай, может, немножко сюда к глазику теперь подползем. Вот сюда. Чуть-чуть. Да? Угу. Теперь, смотри, вот тут у нас тоже темненькая подушка. Угу. Берем и ставим там темненькая. Разукрашиваем теперь. Чуть-чуть внимательнее смотрим, где у нас темный цвет, где светлый. Есть. Может еще немножко продлинуть вниз. Вот, хорошо. А теперь да, от глазика. Есть темный? Туда. Правильно. А может пальчиками еще так вот немножко растушуем? Попробуем? Да, да. Не довисли. Хорошо, пальчик убираем, да? Все, дальше. Смотрим дальше, где у нас еще темный. Под лапкой вот этот темный цвет. Вот здесь, да? Здесь у нас кошечка вот сюда. Шейка обращена, грудка у нее, а здесь лапка. Вот мы посмотрели, вот положили вот такой цвет. Правда, он не сильно красивый. Угу. Да, нужно его немножко прикраснить. Правда? Да. Давай. Сюда красненького. Коричневый, красный. И сюда. Попробуй. А посмотрим, где у нас еще красненький, наверное, под шейкой. Все, хорошо, молодец. Все, теперь у нас относительно этой головки, смотри, нам еще нужно затемнить вот это место. Согласна? Давай, сюда темненького. И опять по форме ножки затемняем. Попробуем. Угу. А может быть чуть-чуть ближе подойдем, чтобы мордочку. А здесь вот внизу у нас тоже немножко темненько есть. Mm-hmm. Есть? Есть. Вот так вот аккуратненько. Как будто шерстинки у кошечки растут, смотри. Раз, 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 и шерстинки начинают появляться. Вот здесь на ушке у нас тоже темное пятнышко есть, да? Вот у нас ушко вот так. Правильно? Да. И тут тоже темное пятнышко есть? Да. Смотри, сразу ушко какое красивое. Вот. Теперь смотри, у нас не сильно яркий носик получился. Да? Теперь что нам нужно сделать для того, чтобы он был яркий? Немного белого и красного. Правильно.
набираем чуть белого, чуть красного и ставим на сушить, попробуем. Хорошо. А для того, чтобы у нас кошка посмотрела туда, вот в ту сторону, куда нам носик надо перенести? Она больше туда? Да? Ближе к ресторану. Берем пальчиком, перетянули носик. Умничка. Можно даже чуть-чуть больше выделить носик, вот так вот его обчертить. Смотри. Мечной? Угу. Носик получился. Теперь смотри, у нас чуть-чуть не хватает светлого вот в этой бородке у кошечки. Не хватает? Давай сделаем. Какой там цвет? И? Жираф. Правильно. Давай. Сюда. Смотри, помнишь, мы начали делать шерстинку? И здесь тоже вот такими мягкими касаниями своими мы начинаем сразу делать такие шерстиночки у кошечки. Можно даже так пальчиком раз, два, три, размыть, чтобы, как борода, чтобы было, такие волосики. Тут пальчик вытирать надо. Раз и вытереть, раз и вытереть, раз и вытереть. И такая получается борода. И в эту сторону надо тоже вынуть. Теперь смотри, нам еще нужно больше выделить носик желтый. Правильно? Угу. Выделяем? Вот здесь светленький. От носика сюда к глазкам идет такая переносица у кошечки. Есть такое? Есть. Попробуем. Хорошо. Может быть, продублируем? Вот мы обрисовали носик, и у нас красиво получилось. Может быть, тоже поставим темную линию? Тем более, что она здесь есть. Да? Попробуешь? Да. Хорошо. А теперь давай, может, ярче глазик сделаем? Да? Более зеленоватый. Более зеленоватый. Что для этого нужно? Больше зеленого. А давай попробуем сюда. Чуть-чуть добавим желтого. Что изменится? Попробуем? Желтенького сюда. Более зеленый. Нам такое годится? Вот такое, да? Давай. Ладно. Хорошо. Смотри, какое глазище сразу. Да? Да. Получилось. Один зрачок черный стал. Давай. Вытирай кисточку. Набирать черной краски. А мы договорились, черная это какая у нас с тобой? Коричневый. А чтоб совсем черный был, помнишь, мы его сюда бросали? Совсем черный. Какой мы еще добавили сегодня? Синий. Синий. Давай, вот он у нас там есть. Можно чуть-чуть, смотри, чуть-чуть синенького взять. Вот сюда. Чуть-чуть. Сюда намешать. Смотри, какой темный сразу получается. Да? На кончик. На кончичек кисточки. Потому что нам много краски не надо. Посмотрели, ага, есть краска на кисточке. И туда зрачок. Правильно. Смотри, какой кошак сразу получился.
Давай мы немножко себя, может, развеселим. Да? В чем у нас кошка будет находиться? В ромашках, в одуванчиках, в цветах? В чем? Как-то. В цветах каких цветах? Ромашки. Ромашки? Давай. Ромашки у нас какого? Белого цвета. А у ромашек какая серединка? Желтая. Желтенькая. Берем вот эту желтенькую серединочку. Прямо на пальчик. Но она не совсем желтенькая. Да? Она где-то чуть-чуть красненькая. Например, поставили желтую серединку. Есть? Угу. Теперь. У ромашки какие лепесточки? Белые. Белые. А как они расположены? Синий. От центра к середине или от середины к центру? Да? Вот здесь у нас шире, угу. Да? А здесь у нас поуже. Правильно? Угу. И вот так вот эти расставили лепесточки ромашечки. Сначала пальчиком, а потом мы себе кисточкой поможем. И вернули назад в середину. Да? У нас появилась ромашечка. Ты сейчас делаешь сама все это, да? А потом, когда у нас ромашка появится, мы немножко можем ее разукрасить, более четко сделать. Более четко сделать какие-то лепесточки. Есть такое? И более четкую серединочку, например. Смотри, а эта ромашка смотрит на нас. А в ромашке еще есть стебелечек, на котором она растет. Угу. Да? Есть такой? А эта ромашка на нас смотрит. А чтобы ромашка смотрела вверх, что нам нужно сделать? Лепестки как-то. По-другому. Как ты думаешь, как? Как у нас вот эта серединка уже будет расположена? На нас смотреть или будет лежать вот так? Лежать. Лежать? Правильно. Вот так вот. Мы ее положим. Да? Вот так по серединочку. Вот эти листочки нам будут здесь видны или нет? Да. А сильно будут видны вот так же, как эти, или по-другому? По-другому. По-другому. Как? Тоже будет вот так вот расположено? Нет. А как? Покажи. Ну давай посмотрим. Вот у нас ромашка. Вот она, да, лежит. Вот у нее лепестки. Они вот так расположены или вот так? Вот она серединка, вот здесь серединка. А вот лепесточки, пальчики это лепесточки ромашки. Боком. Значит, их не так будет сильно видно, правильно? Да. Ну давай вот мы ручку подержи. Вот мы поставили ручку, вот у нас ромашка, да? Вот давай поставим твою ручку, вот у нас будет ромашка. Пальчики растопырили. Вот тут у нас серединочка. Правильно? Да. Вот мы ее поставили. Значит, чуть-чуть задние лепесточки у нас будут видны вот так. Правильно? А передние совсем будут не видны. Смотри, как тарелочка получилась. Да? И от нее сюда хвостик. Правильно? Да. Давай, попробуй сама поставь. То такие ромашки, то сякие. Ой, молодец. Смотри, какие. Хорошо. Ну и мои тогда поправишь. У тебя, смотри, какие аккуратненькие, а у меня такие квазимодки получились. И исправишь мои тоже, хорошо? У тебя красивее получилось, чем у меня. Умничка. Ой, хорошо. Вот и оставь такой красивый какой. Жирненький такой лепесточек. Хорошо. И вот эти все поправишь. Хорошо? Сделаешь такие же красивые.
хотела? Ну давай, расставим ее. Какие ты хотела пятна? Не сильно оранжевые. Не сильно оранжевые? А какие? Не, какого цвета я имею? Темно-оранжевый. Темно-оранжевый. Хорошо. Давай сделаем. Но мы, смотри, с тобой. У нас кошечка это такой круглый предмет. Такой, как корбет. Колбаска такая. Да? То есть колбаска у нас овальная. Правильно? Вот смотри. Это же овал у нас получается. И если мы будем расставлять пятна, то мы расставляем их по форме этой кошечки. Ну и она сразу у нас овальная становится. Да? Да. Давай попробуй. Ты можешь пальчиком это делать, можешь кисточкой это делать. Как тебе удобно? Давай больше овальную сделаем. Это уже больше прямая линия. А вот так это у нас больше овальная. Правильно? Вытираем пальчик. А это мне удобно, да, вот этим попробуем? Вот этим, может длиннее даже. Давай, набирай. Юдова, по. Вот, вот. Раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо. Может, поярче каточки? Да. Что для этого нужно? Правильно. Смотри, какие сразу яркие пятнышки. Попробуй. О, хорошо. Ты полосатую делаешь, как зебру? Немножко, да. А, ну давай. А пальчик вытираешь? Смотри, можешь несколько раз это сделать. Если ты просовываешь руку, двигаешь рукой туда-назад очень много раз, видишь, она темная становится. А если мы хотим, чтобы у нас пятно было более яркое, мы немного раз это делаем. Раз, два, и все. Да? И смотри, оно у нас более яркое получилось. Хорошо? Попробуй. Или так, как и будет. А пальчик вытирает. А знаешь, почему пальчик вытирает? Чтобы новый этот не забрать. Правильно. Вот смотри, вот мы сейчас... И посмотрите на пальчик. Видишь, он темный стал. Вытираю его. Кулачок, ручку, удобненько, и пальчиком туда, сюда, очень хорошо, смотри какой носопыта, попробуй сама, все, смотри, хорош, давай поставим на втором глазике зрачок, это далеко, мне кажется. Она у тебя косая будет. Правда? Давай ему запустим немножко. Да? А глазик немножко подведем снизу темнее? Да. Ой, молодец какая. Смотри, какая кошка. Да, какая сразу такая смешная. Там может быть немножко тоже камень. Чтобы носик больше выделить, помнишь, мы затемненько приподнимем сюда носик больше. Попробуем.
Да? Смотри, а мне кажется или нет, что у нас немножко вот этот глаз выше, чем это? Давай, может, этот побольше сделаем? Или поднимем повыше, да? Может, она как-то голову наклоняет? Ну, да, наклоняет, но все равно вот немножко мы его... Да? Давай. Еще раз этот цвет. Какой мы делаем там цвет? Зеленый, белый и какой еще немножко? Желтый. Правильно. Давай. Хорошо. Ну и зрачок. Да? Кривой. Давай поправим, вытрем. Поставим опять цвет. И еще раз зрачок. Смотри, а знаешь, почему он кривой это получается? Угу. Потому что его сбоку ведешь, а он у нас в принципе сверху должен быть. Поправим? Угу. Давай. Еще раз выберем. Сверху. Сверху вниз. О. Вот. Немножко великоват, да? Давай помогу. Чуть-чуть больше, более вертикально. То есть оно под углом, а мы чуть-чуть более вертикально его будем поставить. Смотри. Да? Да. Совсем по-другому. А можем в глазике блечок поставить такой. Светит. Хочешь? Да? И смотри, сразу глазик такой заиграл. Давай, может быть, немножко мордочку вот здесь вот сделаем беленькую. Mm-hmm. Смотри, вот такими берем беленькую краску и вот такими прикосновениями сразу вот эти шерстинки у нас начнут появляться вот сюда. И сразу такая кошачья борода будет. Попробуй. Хорошо. Немножко приопустим здесь щечку. Да? Mm-hmm. Чуть-чуть залезли высоко. Приопустим. Сюда. Оп. Да, чуть-чуть. Поворотик шеи сделаем больше. Есть такое? Да. А эту сторону чуть-чуть, да? Она будет просто смотреть уже таким вот охотиться. А как можно это сделать? С бабочкой, если ты казалось. Будет охотиться, да? Угу. Ну давай. Так. А вот давай, может, она у нас удивленная получается, может, она такая... Мы такой ус нарисуем. Она не села стрекоза, она удивилась. Как это она так на наш ус села? Да? Да? Смешная? Ну давай, ус нарисуем. Так, чтобы его было видно, какого мы его цвета сделаем. Светленького? Mm-hmm. Вот такой. Раз. И сюда. Один длинный поставим. А тут потом поставим много таких коротеньких. Да? Может вот. Два и три сделать. Три усика небольших. Да, давай сделаешь три усика. Ну, один сделаем длинный, на который мы посадим потом это. Стрекозу. Да? Mm-hmm. Давай, попробуй. Чик-чик-чик. Давай.
А ничего страшного, пускай он будет толстый. Знаешь почему? Смотри, мы вот так вот потом его сделаем. И смотри, какой у нас тоненький получился. То есть не надо бояться, что толстая линия получится. Раз. И пальчиком уменьшай ее. Хорошо. Молодец. Здорово. А в эту сторону сделаем? Может, вниз они будут смотреть? Это вот сюда? Усы. Да? Симпатично? Ну, смотри, какой. Котяра. Хорошо. Молодец. Давай еще один пририсуем. Такой коротенький сюда вниз уже направлен. О, хорошо. Ой, хорошо. И пальчиком поправим. Давай. Ага. А это поправить пальчик? Хорошо. Ну и этот поправить. Симпатичная? Угу. Ну давай стрекозу сюда нарисуем. У стрекозы что есть? Тело, да? Угу. Тело есть и крылья есть. Угу. Правильно? Сначала мы, смотри, поставим сюда тело и потом к телу пририсуем крылышки. Угу. И еще можем эти усы ей нарисовать. Какого тела цвета будет у нас? Как на картинке, немного коричневато-черное. А смотри, если мы сюда коричневато-черное бросим, у нас сама кошка не такая светлая. Mm-hmm. Да, она у нас сольется с ней. Мы можем себе... Это же у нас такая сказочная стрекоза. Мы можем даже ее какой-нибудь вот такой сделать, зеленый. Да? И голубые крылья к ней пересылать. Можем себе такое сделать? Да. Ну и все. Что нам стоит? И голубые крылья. Зеленая стрекоза, голубые крылья. Да? Mm-hmm. Давай попробуем. А ты можешь одно крыло сделать темнее, а одно светлее, и сразу появится линия. А, вот это ты имеешь в виду? Ну да. Ну давай сначала мы эти сделаем, а потом чуть-чуть проведем сюда светлее линию, как будто солнышко попало на это крылышко. Да? Хорошо. Ну давай стрекозу, вытри кисточку и стрекозу сделай поярче. Ну, какого такого цвета? Такого подходит? Угу. Да, вот. У нее там голова есть, потом туловище. О. Поправляем, если она слишком толстая. Помним, да? Угу. Если у нас слишком толстая линия, мы разве и поправили. Угу. Давай, попробуй сама. Поправь немножко. Чу, хорошо. Да? Да. Замечательно. Так, а ты же говорила, что здесь можно, нужно выглядеть. Вот тут цвет поставить. Да? Угу. А ну. Так, а я предлагаю еще сделать, чтобы у нас кошка была в одуванчике. Знаешь почему? Mm-hmm. Одуванчики, смотри, у нас круглые. Просто рисовать. Тут оно. Видела одуванчики? Mm-hmm. Как они выглядят? У них есть ножка, да? У одуванчиков есть ножка. Правильно? Mm-hmm. Потом у одуванчиков есть внутри такая желтенькая тычиночка, от которой растут много-много-много вот этих
одуванчиков. Но поскольку их очень много, они все смешиваются в один такой вот такой вот пушистик. И вот внутри этого пушистика мы как раз видим только лишь одну вот это вот темное пятнышко, от которой расходятся вот эти лепесточки. Да? Пока на секунду. Давай три усика небольших. Две, давай сделаешь три усика. Ну, один сделаем длинный, на который мы посадим потом это. Стрекозу. Угу. Да? Угу. Давай, попробуй. О, хорошо. А ничего страшного, пускай он будет толстый. Знаешь почему? Смотри, мы вот так вот потом можем сделать. И смотри, какой у нас тоненький получился. То есть не надо бояться, что толстая линия получилась. Раз. И пальчиком уменьшаю ее. Хорошо. Молодец. Здорово. А в эту сторону сделаем? Может, вниз они будут смотреть, как-то вот сюда усы. Да? Симпатично? Ну, смотри, какой. Котяра. Хорошо. Молодец. Давай еще один пририсуем. Такой коротенький сюда, вниз сюда направлен. О, хорошо. Ой, хорошо. И пальчиком поправим. Давай. Ага. А это поправить пальчик? Хорошо. Ну и этот поправить. Симпатичная? Угу. Ну давай стрекозу сюда нарисуем. У стрекозы что есть? Тело, да? Угу. Тело есть и крылья есть. Угу. Правильно? Сначала мы, смотри, поставим сюда тело и потом к телу пририсуем крылышки. И еще можем эти усы и нарисовать. Какого тела цвета будет у нас? Как на картинке, немного коричневато-черное. А смотри, если мы сюда коричневато-черное бросим, у нас сама кошка не такая светлая. Mm-hmm. Да, она у нас сольется с ней. Мы можем себе... Это же у нас такая сказочная стрекоза. Мы можем даже ее какой-нибудь вот такой сделать, зеленый. Да? И голубые крылья к ней пририсовать. Можем себе такое сделать? Да. Ну и все. Что нам стоит? И голубые крылья. Зеленая стрекоза, голубые крылья. А? Mm-hmm. На вопрос. А ты можешь одно крыло сделать темнее, одно светлее, и сразу появится линия. А, вот это ты имеешь в виду? Ну да. Ну давай сначала мы эти сделаем, а потом чуть-чуть проведем сюда светлее линии, как будто солнышко попало на это крылышко. Да? Хорошо. Ну давай стрекозу, вытри кисточку и стрекозу сделай поярче. Ну какого такого цвета? Такого подходит? Угу. Да вот. У нее там голова есть, потом туловище. О. Поправляем, если она слишком толстая. Помним, да? Угу. Если она слишком толстая линия, мы разве и поправили. Угу. Давай, попробуй сама. Поправь немножко. Чу, хорошо. Да? Да. Замечательно. Так, а ты же говорила, что здесь нужно, нужно выделить. Тут свет поставить. Да? Угу. А ну.
Так. А я предлагаю еще сделать, чтобы у нас кошка была в одуванчике. Знаешь почему? А дуванчики, смотри, у нас круглые. Просто рисовать. Тут оно. Видела одуванчики? Как они выглядят? У них есть ножка, да? У одуванчиков есть ножка. Правильно? Потом у одуванчиков есть внутри такая желтенькая тычиночка, от которой растут много-много-много вот этих одуванчиков. Но поскольку их очень много, они все смешиваются в один такой вот такой вот пушистик. И вот внутри этого пушистика мы как раз видим только лишь одну вот это вот темное пятнышко, от которой расходятся вот эти лепесточки. Да? А помнишь, мы на кошечку смотрели, а у нее на ушах такие вот ворсинки есть. Угу. Такие пушистики. Такие не сильно длинные, но она такая пушистая. Помнишь? Угу. Так вот мелко. Не длинные мазки, а такие мелкие. Распушистись. Смотри, как она расчесанная становится. Угу. Попробуй. Да ты знаешь, тут уже хватает тебе этой краски. Вот просто давай вдвоем. Угу. И вот так вот. Да? Попробуй сама. Мелкие такие движения. Нет, отсюда. Угу. Молодец. Ой, какой пушистый стал. Пушистые ушки? Да. Так. И теперь точно так же, только мы набираем более такой светлой краски. И вот точно так же, как мы сделали здесь, мы вот здесь ее расчесываем. Попробуем. Делаем пушистую. Смешную мордаху. Да? Mm-hmm. Все потянем? Mm-hmm. А бороду немножко усветлим? Mm-hmm. Давай. Тоже. Вот так. Попробуй. Держи хвост чем? Пистолетом, правильно? И сюда хвост пистолетом. Да? Надо хвостик немножечко еще подлиннее. Подлинней? Ну сделай подлиннее. Давай. Ой, какой лохматинца. Молодца. Давай мы, может быть, бабочку сделаем поярче. Не хочешь? Поярче бабочку сделаем. Попробуй. Смотри, помнишь, мы с тобой, когда получается толстая линия, мы раз пальчиком поправили ее. Попробуй. О, а там беленький. Не-не, вытри кисточку, набери беленькой краски.
хорошо. Умница. Хорошо. Замечательно. Хорошо. Поярче стрекозу. Попробуй. Правильно. Молодец. Умничка. Умничка. Хорошо. Так. Ну что, мы одуванчики будем ставить? Да. Да? Угу. Давай, поставь одуванчики. Надо. А? Еще немного белой краски надо. Хватит тут. О, смотри, какое одуванище. Стебелечек. Умничка. Даже вытирать ничего не надо. Серединочку. Ну смотри, поприятнее, когда серединка такая красненькая, такой-то завявший. Давай поправим? Угу. Давай, пойдем. Чуть-чуть такой вот красненький. Красный с желтым будет такой оранжевый. Мы с тобой туда проходили. Слишком темный. Вот сюда. Сюда. И сюда. О, умничка. О, о. Хорошо? Угу. Ну. Еще где-нибудь поставишь? Это устроим. Смотри, вот здесь от носика. Вот такие вот штучки расстроены. И тут ротик. Смотри, он даже заулыбался. Смешно? Угу. Иди тут. Иди тут. Такой сказочный котик. Борода тут такой пушистый. Ну что, бабочек будем рисовать? Какого цвета? Любого, да? Угу. Как устроены бабочки? Два крылышка и серединка. Вот этих. Раз, два. Раз. Четыре крылышка. Угу. Или два. Четыре. Одно большое, одно маленькое, одно большое, одно маленькое и серединка. Угу. Ну давай. Накалякай. Бабочка. Следующая зеленая будет? Да. Давай. Правильно. Надя, которая говорила, она хотела какие-нибудь разноцветные точки. Ну, давайте. Сделаем. Нельзя тут делать, как на полянках кашка. Что такое кашка на полянках? Ну, разноцветные всякие точки. Что можно, почему же нельзя? Цветочки.
ты такой мазихой делаешь? Мы еще хотели кашку. Давай кашку. Давай кашку. Как должна выглядеть кашка? Обычно их там много, и они такими точками. Давай. Какими? Разноцветными. Какими? Вот такими? Вот такими? Давай. И разные. Хорошо. Как бы вдалеке. Давай, синий. А знаешь, можно вот так даже делать, смотри. Вот так. Получается кашка. Хочешь так попробуй. Угу. Нет. Что я там буду? Ну так вот уже все смотрю. Ну а там тоже же у нас кашка есть? Нет. Или нет? Все. Хочется? Да. Подожди, вот так получится. Ну, здорово. Давай немножко, чуть-чуть еще пару бликов дадим. Например, вот здесь. А, и в конце солнышко. Что, кругленькое солнышко будем поместить? Нет, как бы свет. Где-то фон посветлее, откуда солнце. Солнце было. Например, вот здесь. А, и в конце солнышко. Что, кругленькое солнышко будем поместить? Нет, как бы свет. Где-то фон посветлее, откуда солнце. Солнце было. Света. Да. Шерстиночки такие. Согласна? Угу. Где-нибудь откуда свет идет, это тут посветлее фон. То я бы, честно говоря, не трогал бы фон. Где ты хочешь? Это вот тут. Да, по-моему, нормально. Угу. Здесь, может быть, травку какую-нибудь еще сделал. Угу. Зеленоватенькую. Зеленоватенькую, да, чтобы он в травиночках сидел. Вот такой вот.